Так, пришел я показать. Здесь вчера было выпилено, не так, было выкошено трава. Она уже была очень-очень густая. Вот такая вот. Это где еще не косили. Видите? Здесь еще не косили. Вот. А там уже скосили. Но здесь уже растут не абрикосы. Давайте, вот они, черешни. Вот они. Давайте посмотрим, ради чего я сюда пришел. Итак, мы с вами видим жердель Украины. Веточка была. Две почки привиты на манжурис. И здесь росло несколько. После того, как собрали сошедший урожай, предпоследний год косточек еще было столько, что здесь вот таких вот всходах, вот таких вот, это случайно уцелело. Видимо, у Сергея нервы не выдержали. Вот осталось. Вот. И это, значит, здесь их было несколько тысяч. Вы скажете, Олег Константинович, ну, что привлечет? Ну, как могут зайти несколько тысяч? Как тут могли остаться несколько тысяч, когда вы сами сказали, что собрали с этого дерева, вот с этого, 40 ведер. Ну, как? Вот так. Давайте-ка пойдем сюда. Кстати, вот это дерево, да, я ждал от него урожай. Это от него я жду плоды 150 грамм. Вот, то, что с Украины привозил. Было несколько цветочков, но, по-моему, решили еще год подождать. Заморозок был. Идем дальше. Приближаемся к тому месту, к Эльдораду. Вот здесь вот тоже было несколько сотен, а может быть тысяча. Все это было скошено еще в прошлом году. Вот случайно уцелело. Вот, скажется, опять преувеличиваю. Но давайте посмотрим, что если в прошлом году все до последнего было скошено, кроме престольных кругов, вот они, престольные круги, то что же случилось еще годом спустя? Вылезли те, которые снова вылезли. Давайте смотреть на них. Давайте любоваться. Давайте их посчитаем. Ну, я и так скажу, их где-то несколько сотен. Вот, вот здесь я сказал Сергею, вот здесь вот такой невидимый круг. И давай-ка мы их оставим пока. Снял фильм. Вот здесь Юля дергала траву. Видели этот фильм? Юлия Сергеевна Мельникова. Это она будет торговать этими. Вот. Вот здесь получилось следующее. Значит, сейчас скажу, под каким именно мы. Я и выкопал 10 вот таких вот. Самых крупных. Они были маленькие, но им прошел второй год. И 10 штук она уже выслала. Хотя и рискованно с листьями. Но ее убедили. Обиды не будет. Попробуем посадить. Прошло несколько дней, ждем результат. Ага, вот здесь я выкапывал. Вот это, которым второй год пошел. На престольных кругах. А вот это все было выкошено до нуля. И они все появились только весной этого года. В том году здесь было пусто осенью. Посмотрите, это не богатство. Один круг. Просто между кругов растут. Второй круг. Видно, не видно? Вот. Третий круг. Вот. И так круг за кругом разбросано. А вот там я вам уже говорил. Там было еще несколько раз больше. Там были тысячи, но все ушли под косу. Почему? Они строения не нужны. Вот. Ну что, создал фильм, Юлю показал, как она вот здесь вот траву дергает. Вот здесь она дергала. Вот здесь, видите? Вот. Ну и все, тут же заросло снова. Кости они не будут товарные. Что бы им ни быть, смотрите, они уже какие. Кости не будут товарные. Ну, после фильма сколько? Один заказ, 10 штук, все. А кому эти сотни нужны? Пока никому, но посмотрим. Посмотрим. Вот ради этого маленького фильма я вас сюда привел.
Вот. Вот тут они в междуряде, вот тут, смотрите, вот тут, вот тут. Убить их практически невозможно, только бензокосой. Вот тут, вот тут, вот тут. Вот, и мне еще есть несколько мест. Лично я косил вон там, вон, под этим, под патриархом. Я там скосил немного, сотни две. А еще маленько там осталось. Уголочку. Ну что, дойдем до них. Куда спешить? Я не спешу. Это у меня фильмы обычно бесперспективные, без энтузиазма, что вот она, будущее России, сейчас по всей России вот такие абрикосы, вот такие вот, вот такие вот, вот такие вот, вон они. Это и на них уже не поднялась пила. Вот. Ну и в погребе у меня уже 2 года. Лежат банки с абрикосами. Ну, не 2 года, а осенью будет 2 года с абрикосами. Вот. Не только манжурцами, сыновья манжурцы. Вот. Амуры, королевские. Вот. Баи, рыжие. Чего у нас только нет. Не только это тоже еще год и выбрасывать. И на выброс. Сейчас я постепенно. Вот он, амур. Вот. Этому дереву скоро 40 лет. Это моя одна из первых деревьев под названием Ранетка. Какой сорт Ранетки? Понятия не имею. Вот она была омоложена. И к ней вернулись чудесные качества. То есть снова вкусная и достаточно крупная. Конечно, не с куриное яйцо, помельче. Но все-таки. Вот, а вот это я косил позавчера. Вот, видите? Вот я косил, 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 косил. Ой, сколько я скосил их. Почему? Не нужны. Иногда у меня не выдерживали нервы, смотрите. Вот тут обошел косой. Вот обошел косой. Просто нервы не выдерживали. Вот обошел косой. Вот, дошел вот. Здесь была яма, это то, что та самая с бытовыми отходами, а не отдельный разговор. Когда-то она была. Вот тут их 50. Вот целое богатство. Но не поднялась рука, смотрите сюда. Вот сюда смотрите. Вот вторая яма, которую мы называем этот самый. Не выгребная. Выгребная яма, слово грибная не подходит. В общем, яма для бытовых отходов. Вот одна, вон вторая. Ну, в общем, полюбовались. Вот. И, к сожалению, вот здесь уже, где пожиже было, вот так, смотрите. Это все манжурские абрикосы. Вот здесь уже не поднялась у меня рука. Там, вот видите. А вот здесь поднялась, потому что здесь пожиже. Здесь скошены сотни штук. Ну, что же нам делать? Сесть туда, в этой. Все время забываю, как называется мною же сделанная беседка. Сесть на нее еще поговорить. А я не могу ничего пропускать.